День Шепардиады. Первая часть. Я, кстати говоря, забыл посмотреть, захватывается ли игра нормально в полноэкранном режиме. Хотя, кстати говоря, люди, когда я только-только начинал стримить, я писал воды на СК2ТВ, чтобы меня приняли через фабрику, именно по Mass Effect первому. Вот я, короче, исчертыхался просто напрочь и послал Mass Effect нафиг. Я не знаю, почему-то мне казалось, что воды получались скучными, но... Я думаю, сейчас я научился болтать на стримах как нужно, поэтому все будет нормально. Вот. А то там вообще из кожи лезешь. Быстрее, быстрее все это делать. Так. В экономном режиме ме захватывается легко. А у меня полноэкранный. В том-то и дело-то, Кощей. Ладно, сейчас... Я забыл уменьшить его в трее, извините. Забыл уменьшить Mass Effect 3. Я все время все игры отпускаю до 10 где-то этих. Ну, по ходу разберемся. Какая громкость? Так, сейчас. 16, игра. Не Morrowind, это Mass Effect. Или мне... ME. Mass Effect! Захватись, пожалуйста. Ну все, начался Пекагемик. Если он сейчас начнется, я просто запущу его в этом. Я не знаю, что это за тупняк с... А слушайте, а может быть... Захват окна... Нет, не Руто, не чат. Спасибо, не надо. Две секундочки тогда, люди. Я перезахвачу. Счет-то оно не хочет. Счет оно не хочет. Ты будешь вводить шептянку или шепкуна? Кощей, я точно знаю, что я буду кастомизировать рожу. А вот буду ли я... Знаешь, я 3 раза проходил за Шепкуна и за кастомную внешность. Это во-первых. Во-вторых, я 3-й раз хочу биотиком, потому что меня задрали все вопросами из разных, так скажем, источников. Как ты проходил это за биотика? Это же вообще невозможно. Щиты, броня и так далее, так далее, так далее. Вот я хочу насладиться, а потом без стримов как-нибудь еще раз перепройду. Я Mass Effect могу перепроходить бешеное количество раз. Я извиняюсь, блин, я тут болтаю, а надо бы сейчас... А надо бы все сделать. Да как, Господи Иисусе! Нет, не надо мне запускать Mass Effect. А, ну может сейчас он захватится? Нет, он не захватился. Я, кстати, еще опс обновил. Я такой молодец, что я обновил опс и не проверил новый опс. Binaries, вот. Все. Я нашел этот конфиг. Сейчас все будет. Только 1600 на 900 поставлю. Я не думаю, что у вас будет какая-то там херня по этому поводу.
Вот. Все, собственно, сейчас переход. М, только, пожалуйста, откройте меня. Ну, собственно, у меня Doom также почему-то перестал после какого-то обновления опса идти в новом опсе, и я достримливал его со старым опсом. Собственно, кстати, а вебка здесь нормально смотрится или нет? Что-то это не помню. А озвучку, хоть она мне и нравится в первой Mass Effect, но я ставить ее не стал, потому что во втором-третьем нету озвучек. Биотика вполне себе. Да. И в метре также, в принципе. Новые данные. Знаете, было бы неплохо. Ну, знаете, за Фем Шепарда нельзя романтить Вегу, поэтому мужской персонаж. Точнее, можно в цитадели, но это такое. Ха-ха-ха. Хотя, еще за Фем Шепарда можно нормально романтить Гарус, потому что он нормальный. А Ленка, ну... А чё в нем такого? Вот я просто представляю, я Тиан. Что я нахожу в Кайдене? Что я нахожу в Гарусе? Что я нахожу там в этом? Собственно. Поэтому только Лиарочка, только хардкор. Так, стоять. А, создание. Готовый? Нет, не надо. А, пусть будет Джон Шепард. Купнуть броню, тогда враг умирает. Ну, второй части на самом деле так же. Надо просто находить нормальный пистолет, хотя я это не помню. Блин, давайте я сделаю это посередине. И вообще, может быть... Так стоять не надо так. Ладно. Я понял свои ошибки. Не надо так. Придется установить профиль. Конечно, установить. А, прихистори. Я все время разные выбирал, но это, в принципе, влияет только на первый Mass Effect. А, по-моему, я делал колониста. Делал скитальца. Не, и землянина, я помню, делал. Ой, короче, давайте скитальца, мне пофигу. Здесь, я сразу скажу, что я буду синеньким. Не красненьким, синеньким. Потому что я не могу играть за красного. Он ведет себя как полнейший... Тебя прут противники, у которых нет хп, а только броня, начинается боль. Ну я знаю, знаю, Кощей, я со всем этим столкнусь. Не, самая боль, Кощей... Вот что я помню, единственное, что мне доставляло неприятности в Mass Effect'ах. Это в третьем Mass Effect'е Банши. Это просто жопа какая-то, серьезно. С биотика. От них толком не убежишь, они тупо к тебе телепортируются и хоп! Все. Сферический солдафон. Вакуум герой. Бесслевший. Зачем мне спасать галактику? Вот это выцелевший. Герой войны, короче. Инженер, адепт, летчик, страж, штурмовик.
понимаю, мне нужен адепт. Конечно, я сейчас буду кастомизировать. Господи. Я вот из этой стандартной рожи делал Шепарда. Давайте, я не знаю. Это не, это слишком жесткий Шепард. Надо найти, короче, что мне пойдет. Всегда за биотика играл. Да, всегда играл за биотика и буду. Страж, да, да, я помню, Кощей, я помню. Здесь вообще очень трудно создавать нормального Шепарда, если честно. Господи Иисусе! Можно, кстати, где здесь волосы? Дайте мне нормальные, не рыжие волосы, ради бога. Господи! Да здесь можно, знаете, метросексуального Шепарда, по-моему. Вполне себе. Цвет глаз. Либо зеленый, либо голубые. Так. Нет. Посмотри на меня, сволочь. Пусть будут зеленые. И нафиг эту бороду. Но все равно такая себе. Это какой-то шахидский Шепард, если честно. Получается. Так. А, строение готовая голова. Все-таки надо немножечко это. Цвет кожи посветлее, наверное, чуть-чуть. А потом я ужаснусь, что за... Блин, какая-то обезьяна получается. Давай сделаем этого Шепарда. Господи. Нет, Соп, это делай, пожалуйста, сам. Я не могу. Это можешь только ты. Да, доделай уже Обама Шепарда или Валуева Шепарда. Не, знаете, что-то... Что-то как-то не то. Что-то как-то не то. Давайте... Темнее все-таки. И, блин, надо, наверное, строение лица как-то по-другому. Вот нормальное, но тут надо немножечко поработать. А, блин, глаза, надо глаза еще менять. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Я не знаю, это похоже было на то, что вот это вот. Блин, господи, какие здесь страшные... Ну вот нормальные же глаза, господи, чем они меня не устраивают? Оп! Замечательно. И глубина, это как они глубоко сидят. Господи. Так. Чуть-чуть. Все-таки поуже. Надо этот шнобель еще огромный убрать. И... Я не знаю, в принципе. И что-то со лбом сделать. Но, по-моему, лоб здесь вообще никак не контролируется. Толщина шеи. Конечно, толстая. Не отожравшийся Шепард будет спасать галактику.
Так вот он. Размер щек. Поменьше. Скулы. Скулы. Вот надо смотреть обязательно вот через отсюда. Палы щек, господи. Ну это где-нибудь... Знаете, это здесь не очень заметно, но когда мы перенесем персонажа во вторую часть, я вам обещаю, вы будете ржать как резанные. Размер ушей. Нормальные. Нормальный размер ушей. Господи Иисус. Что я еще хотел? Да, я хотел как-то уменьшить этот огромный шнобель. Ай. Вот этот шнобель прям вот по стандарту огромный, как у меня прям. У меня тоже горбинка тут. Ну знаете, если бы он не был вот таким вот. Вот. Было бы нормально. Хотя... Вот нормальный. Мне нравится вот этот нос. Здесь же причесочки есть? Где здесь причесочки? Волосы наверняка. Брови. А, можно еще цвет бровей? Да, безбровный шепард. Вот так, нормальные брови. Брови, я бы сказал, смотрите, какие волосы, да? И какие брови? Брови HD. Я бы так сказал. Как Шепард одевается, как Нормандия трансформируется в обучи. Да. Извиняюсь. Вообще, по идее, мне должно быть плохо, но мне плохо было до обеда, опять же. Вечером, я надеюсь, не будет плохо. Да, еще надо бы... Так, надо бы... Шрамы. Так, какие здесь шрамы есть? Слишком. Не, это тоже слишком, но я иногда такие делаю шрамы персонажу. Здесь что-то... Вот здесь почему-то и здесь. Ну что за... Нечестно. Можно вот такой шрамик. Шрамы укращают... Укращают. Украшают же мужчину. Грудь чуть-чуть громче, если можно. Конечно, можно. Так. Господи Иисусе. Причесочки. Я забыл причесочки. Ну, я, скорее всего, буду за ту, под ёжика. Потому что все. Все, вот в первой части все выглядит уродливо. Разве что нормально выглядит, по-моему, вот это во вторых частях, третьих. Блин, вот это мне тоже что-то как-то не очень нравится. Как будто он лысеет там. Так, глаза еще раз. Цвет глаз. Вот, кстати, посветлее лучше выглядит. Зеленые, я думаю. Мы же создаем Шепарда для нашей дорогой Азари. Мы должны сделать красивого Шепарда. В конце-то концов. Давайте еще разные формы посмотрим. Давай такую. Господи Иисусе. Блин, закрыть это немедленно.
Я скорее сделаю врача, космонавта и так далее, чем это. Вы знаете, вот почему здесь все такие упоротые глаза? Знаете, блин, если бы он нормально смотрел в сторону, немножечко вниз, так, то это было бы подозрительно. Вы знаете, вот этот взгляд подозрительно. Вот это нормальный. Это какой-то слишком испуганный. Или китайцу разрезали глаза. Так, либо вот этот, либо вот этот. Но этот какой-то слишком бедный. Так, еще ширина немножечко. Вот так, наверное. Ну, так. Отлично, далее. Отлично! Да. Уровень сложности, но... Потому что у меня старые сейвы... Кстати, стоп. А старые сейвы Ориджина где? Я же проходил. Мне невыносимый, по крайней мере, должен был быть открыт. Или они не сохранились там? Распределение. Отряд нормально там. Точность автоприцеливания. Ну так пусть будет. Я вообще не помню этого параметра. Играл в генетической лотерее. Господи. Кощей, прекращай. Well, what about Shepard? Spacer lived aboard starships most of his life. Military service runs in the family. Both his parents were in the Navy. Вот знаете, Mass Effect это вот. Весь сюжет это люди, вот прям как будто вот, я не знаю, все выращенные. Мать моя женщина! Что с этими бровями не так? Боже ж ты мой! Ех. Блин, я реально не знаю, почему меня оставили на больничный. Помогите пафос, да, СОП. Для американцев помогите это. Не знаю, может сейчас Шепард будет нормально выглядеть, а? Пожалуйста. Я не хочу создавать того же Шепарда, за которого я играл уже два раза. Я его примерно хорошо могу создать. Посмотрите One Piece. А, Кощей, ты же смотрел One Piece. Я и мангу вон дочитал. С месяца назад. Вы знаете, вот вы досматриваете вот до этого момента. Вот сейчас он пойдет. И вы можете сразу либо перезапускаться, потому что это с этим дерьмом вам играть всю игру, либо смириться с этим. Вот.
Хотя стандартная рожа Шепарда тоже ужасная на самом деле. Не, она хорошо сделана, но у нее такие рожи появляются во второй-третьих частях, которые, в принципе, хуже, чем когда ты сделаешь кастомную. Я смотрю, если тут в душе тайно желает быть негром. Да, йоу. Перезапускай. А, Кощей. Сейчас вот диалог пойдет нормально. Ракурсы. Потому что здесь вот все время упоротое лицо. Вот сейчас нормально же, ну. Почти нормально. Стандартные рожи хотя бы все привыкли. И чё? Ну да, все привыкли. Неграм, лошадям, китайцам вход воспрещен. Отставить разговоры! Мне еще не нравится то, что здесь какие-то складки у Шепарда. Зачем ты сделал молодого Андерсона? В смысле? Молодого Андерсона? Кощей, я просто переиграл Dragon's Dogma. Там все вот циклично. Я сейчас, вы знаете, я увижу себя, я заору из-за Кощея и... И пойду играть за обычного Шепарда. Да не, нормально, слушайте. Вполне. Хотя для такой негритянской внешности слишком... как это сказать? Короче, нормально. Господи, какой Шепард тощий в первом части из-за этих костюмчиков. Давайте поговорим сразу со всеми. Здравствуйте. Да, он хочет меня видеть. А что вы имеете в виду? Господи, Фо, прекращай. Сейчас, я сделаю... Я... Серьезно. Ну там можно совсем все болтать, но я примерно помню. Я не хочу долго играть первую часть, хотя, скорее всего, придется. Кстати, это официальная... Ориджинская версия, кроме русификатора. Посмотрим, как сейчас будет. В первой части тоже есть эта дурацкая зернистость. Так, я хотел... Значит, у меня все сейвы куда-то просто нафиг улетели. Привет, Дрике. Ля-ля-ля, тополя. А чё мне все честь дают? Не надо мне честь отдавать. Чакус, у Чакус, кстати, тоже клевый персонаж. Знаете,
Расслабьтесь, да. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had, and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you. А, соп, поздно. У меня куплена вся серия, и я хочу докупить DLC-шки. У меня вся серия с Humble Bundle есть. Вот, и даже некоторые DLC-шки есть из-за некоторых вещей, так скажем. Я их бесплатно буквально достал. Чаквас хороший персонаж, надо романтить. Знаешь, соп, я, конечно, бы Чаквас не романтил. Я, извините, не как его там, геронтофил. Но, черт побери, вы сделали геев там, я не знаю... бисексуалов, транссексуалов, господи, уйму персонажей. Чем вам геронтофилы не угодили, господи? Это же законно. Конечно, это вызывает некое отвращение у меня, но... просто... толерастия! Да здравствуй, толерастия! Ладно, все, я затыкаюсь. Не надо. У меня выбрался Вот за что люблю Mass Effect, все время мажу по диалогам. О, видите, я герой уже получил. Я молодец. А чё это на шифте у нас? Я не помню, что у нас на шифте. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Где капитан? The captain said he'd meet me here. He's on his way. Андерсон. I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. И что? Мне вот это вот тоже нравится. Не иногда красные реплики, так скажем. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy. Так, люди, я понял сейчас одну вещь. Я ее попозже сделал. Диалог немножечко, видите, здесь буковка И еще есть. У меня на диванчике буковка И. Знаете, почему нельзя пройти всю Шепардиаду ответами «И что?» На нас нападают жнецы «И что?» Галактике грозит опасность «И что?» Шепард, я беременна «И что?» Я не знаю, там «Шепард, я люблю тебя «И что?» Я не знаю, что там еще можно. Шепард, давай закатим пати «И что?» Так, доказательства... Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. О, нет, у Андерсона не такой лоб, как у меня. Череп другой вообще. Я знал. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top. Не, нормальная рожа. Нормально. Бывает гораздо хуже, созданная кастомно. Самое главное, чтобы при переносе во вторую часть не было дерьмо. What else can you tell me? This is Big Shepard. The last time humanity made a discovery like this. Кстати, первая часть у меня DLC есть на, собственно. Там, господи, что-то с небес, которое я пройду, и станция Pinnacle, которую я проходить, наверное, не буду. It never hurts to have a few extra hands on board. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you.
Ну что вот это за дебильный ответ, черт с два? That explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. I should go. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, я сейчас поправлю. How far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians. Но это совсем не то, что я сказал, господи. We see what you have to offer to этот перевод. And to the Spectres. Точнее, это работа с диалогами, потому что в английской версии также. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you. Зеленоглазый негр, это, конечно, мощно. Eden Prime will be the first of several missions together. Яркие зеленые глаза. Меня бы приняли в клан Мур в какой-нибудь МРПГ. Знаете, есть такой клан, который русский клан, который во многих МРПГшках сидит. У них типа требования у персонажа зеленые глаза обязательно. Ой, мы же О, люди, точно! Кого будем спасать? Вот эту расистку чертову или нормального Кайдена? Что-то я ору, извините, по-моему, я ору. Cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold it. Знаете, я сейчас задаюсь одним вопросом. Одним. Вот Фо, после твоей фразы. А Шепард, он актив или пассив? Я не хочу это выяснять, если честно. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Господи, эти рожи. В первой части эти рожи просто 10 из 10. You're going in. Эта работа с глазами просто... Налезть бы на новом аке в евросервере. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihlus, you coming with us? I move faster on my own. Nihlus will scout out ahead. He'll keep the status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point two. Да и всегда можно... Фо! Я, конечно... Не знаком с этим миром, как это сказать. Это надо до Лобхеда спрашивать. Но, по-моему, там все по договоренности, нет? Так что, если вы не договаривались, переразвернуться нельзя. Нет? Или я не прав? Я не знаю. Так. Обучение. Какое обучение? Что я хотел сделать? Кто мне скажет? Да, я вспомнил, что я хотел сделать.
О, господи. Знаете, две секундочки, я кое-что сделаю. Две секундочки буквально. О, так. Все-таки мне немножечко достает Mass Effect. В окне, потому что что-то он слишком какой-то это. Давайте посмотрим вот так вот, а сейчас как он будет запускаться. Лол, он захватил. Ох, ё-моё, давайте всю мою порнушку полите. А можно не такой большой? А давайте я сделаю вот так вот, и оно все поедет, полетит. Окей, похоже, придется играть вот так. Ну тут же все-таки любовь, а не изнасилование. Ну кто знает, кто знает. Так. Давайте вообще вот, по-моему, вот там вот очень мало. Очень мало информации будет. Бэтом, господи, где здесь? Отряд. Но там не все нужно. Здесь, ну, в принципе, тоже ничего нужного. Так что пусть вебка будет. Слушайте, а вебка не очень большая. Просто может кто-нибудь пожалуется. Потому что мне кажется, что она большая. Ладно, гоу, короче. Даже, кстати... Ох, ё-моё. Я не помню этого, ну ладно. Это какая-то хрень. Да, кстати, как там? Вот так же. О, деформация, что ты делаешь? Уж не помню, всем против. Для эффекта массы, ну ладно. Что это было? Конечно же, все взять. Экран с двумя арбузиками. Нет. Да, Драконастр рассказал привет, по-моему, привет. Проиграл с названием ссылки. Что? Курьюс вайт нас три. Во. Ё, господи. Иисусе, да. Какое-то тело обезображено. Но здесь на нас нападут. И сейчас будет, внимание, Лерой Дженкинс. Давайте, показывайте. Всего-то полчаса на создание персонажа. Я обязательно пройду и Морровинд, и всю трилогию до 21 марта. Конечно. 19 дней. А, я не... А, стоп. А как здесь... А чё у меня опять все вылетело к чертям? И сразу уровень. Нормально. Стандартная броня. Ох, ё-моё. Ну, сперва надо качать пистолеты, это точно.
Ай-яй-яй-яй-яй. Привет, The Disco. Две секундочки. Так. Я вообще не помню здесь управление. Здесь же... Ну, карта дисплей, бла-бла-бла. Штурм, левый shift, ходьба, бег, Z, приседание, left control. Не-не-не. А, он сам при это. Дженкинс, нет, за что? Дженкинс. Мне вот всегда вот это... Абсолютно всегда на этом диалоге у Шепарда упоротые глаза какие-то печальные. Печально упоротые. Не, знаете, я, пожалуй, вот что я хотел сделать, вспомнил. Звуковые эффекты меньше. И музычку немножечко. Чуть-чуть. Не, это все равно громко. Потому что у меня не применились настройки. Я молодец. А, есть проблема, короче, люди. У меня для лечения F1. А нафиг нужно. Кайден сейчас щиты установит. Ну или ладно. Панацелин. Взять все. Оружие Шепард. Да, я сейчас буду, конечно же, стрелять из чего-то другого. Не с божественного пистолета. О, Господи Иисусе. Ау. Птичка он. Аноцелин. Часть зашла больше, чем вторая. Эшли! Здравствуй, расистка! Не знаю, это Disco. По-моему, во второй, третьей части все не так наивно и... Хотя вот в первой части есть вот такое, да. Я и забыл. Во второй, третьей что-то такого немного. Первая часть слишком, как это сказать, типа старого сантифик чего-то, а вторая, третья, это уже Голливуд пошел. Я так скажу. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man, we were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Так, а здесь можно выбирать как-нибудь? Пока я чешу репу. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the veil in nearly 2 years. Первой части, как и во второй, как и в оригинальной третьей, только под конец игры. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, ничего важного.
Страйкер, пистолеты, бронебойные патроны. Взять, конечно, все. Ну чё, пистолет... А, она мне пистолет еще дала. Какая прелесть. Да-да-да. Максимальная точность. Второе, это у нас улучшение патрона. Урон синтетиком. Как раз то, что надо. Все вот это вот, господи, здесь первая часть, на самом деле, почему немножечко мне не нравится, потому что здесь такая слабая RPG-система, от которой хорошо, что отказались во второй, третьей части во многом, что тетира, оружие. Блин, я не помню, как здесь этим пользоваться, если честно. А, типа вот. Ага. Ладно. А, курсор у вас появляется и исчезает. Это хорошо. А вот это сейчас нормально, то что я нажал правую кнопку мыши и у меня вынесло из игры просто нафиг. Дробовик, две штурмовые винтовки. Уже уровень, понимаете? Это не то, что какой-нибудь Morrowind вам. Это сразу третий уровень. Так, это не уровень. Где уровень? Да, вот он уровень. Диалог, новые варианты ответов. Конечно, надо покачать. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramp. Я не буду скипать, потому что хочу просто как-то к этому с уважением отнестись. Так. У него противник. Кстати, я способку-то не юзал. Способки. Looks like they hit the camp hard. О, да, 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 да. Такая-то засада. О, God, they're still alive. What did the Geth do to them? Бросить гранату. Что-то не помню этого. Ну ладно. Лети! А где еще один? Вы его уже разбомбили. Чё, вы серьезно его убили тут? Вау. Слушайте. Короткий комментарий. Люблю запах дыма и смерти по утрам. Нет, биоусилитель, бла-бла-бла. Господи, оно все еще восстанавливается. Вот биотика в этой части это просто 10 из 10. Humans, thank the maker. Hurry, close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation.
Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, а потом же на Иден Прайм же и Явика, по-моему, найдут, да, если я не ошибаюсь. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Нет. Madness to see the future, to see the destruction rushing towards us, to understand there is no escape, no hope. No, I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Его можно оглушить. Вот эта реплика, по-моему, его по голове так. Пум. Hush, Manuel, go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Стоп, стоп, стоп. Тут какие-то реплики, по-моему, были yes. особые. Is there something you need? What's wrong with your assistant? Manuel, I gave him an extra dose of his meds after the attack. Good luck, Commander. Luck won't save you. Ладно. Так и быть, я не буду его шарашить по голове. Хотя там что-то вроде было такое особое. Мне, кстати, нравится здесь Sarah. Дизайн раз. Ну клёвый. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? Он вообще не видит, что ли, что Сарен-то аугментат. Сильно аугментат. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. What is that? Off in the distance. Ой, здравствуйте. Look at the size of it. Ну ладно, пусть летит. Мы таких еще много нарежем. В следующей части. Да, господи, люди, у меня я, короче, задолбался то, что у меня курсор выскакивает за экран. Серьезно. А, у вас еще КД не видно. Блин, да куда эту вебку-то поставить? Есть, конечно, предположение, куда ее нормально поставить. А. А, господи. А, у них авто... У них автораспределение же стоит точно. Ты такой фейл пропустил сейчас? Модельку... А, ну... Блин. Что ты хочешь от игры лохматого года? Так. Ладно, лучше не петь. Я пощажу ваши... Да.
шел Шепард, увидел укрытие, горящее укрытие, зашел за него и сгорел. Типично. Атуриан, you know him? He's a Spectre. He was with us on the Norm. Something's moving over behind those crates. Wait, don't shoot. I'm one of you. I'm human. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry. I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Тут такая-то Санта-Барбара, что Сарен когда-то помешал этому, господи, Андерсону стать Спектром. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform, probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Все-таки посмотрю, как в это играть полноэкранным потом. Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. Когда лень спасает людей, да? You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. Ну, тут ничего особенного, по-моему. Да. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. I've lost shields. Да опять, господи, я нажимаю правую кнопку мыши, и у меня вылетает игра. Люди, это, короче, не дело, надо будет это потом посмотреть. А, я забыл. О, дерьмо. Когда Шепард немного идиот. Да, когда он идиот. А, господи, вы где? Меня задолбало. Серьезно, это уже... У меня что-то не так. Да опять, господи! А, самому садиться надо, я и забыл. Thank you.
The... Ла-ла-ла-ла-ла. Господи, что ж вы все такие неженки-то? О, какой первый Mass Effect громоздкий, господи Иисусе. Да... А может быть ты побежишь, пожалуйста? Как он умер-то? А, оно дотовый дамаг же делает. Господи, тут еще вон как. Господи Иисусе, как все плохо-то. Как все плохо. А вот не так... А что не так? Я просто остановил, я играл в фулскрине, все... Кнопку запускал от админа и все. Ну давай по... Блин, а... Перезапуск. Короче, вечером я все равно буду перезапускаться. Как это сказать? Ну, через часик. Полторы где-то. Ну, точнее, я... Отойду... И вечером часов 8-9 продолжим. Вот. Так, 2 секундочки. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Так. Давайте, короче, я лучше это... Блин. Замечательно, да? Я отошел. А, замечательно. Ну, я помню, здесь вначале проблемы были, господи. Небольшие. Тут еще, наверняка, минуту где-то потерял, да? Я в упор не помню, как в это играть. Да, хотите знать, что мне не нравится в этом Mass Effect? Вы хоть и не умеете обращаться со снайперской винтовкой? А, то есть, стоп. А его вообще, что ли, ним нельзя пользоваться с прицелом? Там же, по-моему, тупо прицел тупить начинает, нет? Да, спасибо! Спасибо за то, что вылетело опять.
Пойду я обед делать и досмотреть сторону, так что пока. Пока. Так. Кайден упал. О, отлично. Сейчас я... Да опять люди... Это не, это все, это однозначно мне надо это попробовать сейчас перезапустить опс, меня это задолбало. Я хочу прицеливаться, у меня вылетает типа как бы Windows это просит. Это лютое дерьмо, серьезно. Оно очень сильно мешает. Так что люди, сейчас я перезапущу опс от этого. И постараюсь поиграть в полноэкранном режиме, потому что это фигня. Так что ждите, вот я потом соединю. Так, люди. А, прошу благодарить Фо, это говно прошло. То есть у меня full screen. У меня реально почему-то... Я помню, что я ставил опс от имени администратора... Когда еще даже Doom стримил, и он у меня перестал нормально захватываться. Полные экранки. Так, самое главное, не подходить к маяку, иначе, по-моему, начнется это. Все. То, что не нужно пока что мне. Ой. Так. О, спрятать оружие. Сложен дешифровки. Да это понятно, господи. Че вы... Че началось-то? Нормально же общались. Сейчас надо тут все насобирать, иначе у нас под конец жопа небольшая будет. Ну, конечно же, я все это буду перерабатывать в унигель. Пока что вот так. Господи, полноэкранный Mass Effect первый, нормально. Я помню, что я нормально его захватывал с помощью обычного опса. Я не знаю, почему такая фигня с администраторством требуется от Ops Studio. Нормандии. The beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Любопытная. Я тоже хочу посмотреть, Shepherd! Да, эпилепсия, эпилепсия.
О, мамаша Лиары. We identified the ship that touched down on Eden Prime, the Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. А какого черта? А-а-а! Типа они защищать, что ли, должны были увести геты? По договоренности. Я что-то вот это не понимаю тут. Кстати, всегда не понимал, да. А, видите, уничтожить. То есть знания ему не нужны, он все сам знает. Но... Доктор! Доктор Чаквас! Я думаю, он waking up. Господи, какой Шепард тощий. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Minor throbbing. Там как я. Nothing serious. How long was I out? Господи, что это за работа с глазами здесь? Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. Вот сейчас нормально закрыты глаза, но у него что-то не так. Captain Anderson. Реально с этим. How's our exo holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the command is going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Неплохо из-за смерти Дженкинса. I don't like. Давайте скажем это. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. You said you needed to see me in private. Leroy, да. Бедный Leroy. Things look bad. Nihlus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a specter, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue specter's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Leroy never forget. Rest in peace, Leroy. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. У меня волосы жуть. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it.
but I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the Beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador, and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Так, отряд. У меня же уровень. Надо бояшку поднять. И пистолет. Как можно быстрее надо пистолеты качать. У нас же тут появится урон и точность. Это просто 10 из 10 будет. Сингулярность, которая притягивает предметы. Ну вот, вот это нам и надо. Бросок подъем, но такое себе. Потом покачаем. А я, кстати, вспомнил, как нормально переносится. Корректируется рожа при переносе персонажа. Там как-то можно было... Ну, как-то можно было, короче. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Что? You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't have shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. Зачем я подлизываюсь к ним вообще? Если мы ей все равно грохнем. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Yes, Commander. Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Чак восклёвывая тетку вообще. Обожаю, она персонажей таких обожаю, которые любят свою работу и не выёживаются. Вот просто просто такие, и им больше вы не нужно. Умные просто такие, вот так вот, так сказать. Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. Это, я насколько помню, L2 это биотический модуль, который встраивается куда-то в мозг, и у Шепарда и у всех вообще L3 идет. Во второй части переделаться на L4, в третьей части на L5, по-моему, что-то такое. Well, most biotics now use Или нет. L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines.
Какого фига Кайдену оживили старую старый L2? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. I should go. Goodbye, Commander. I should go, да. Как я мог забыть про это? А, вот Кайден. А, с ним нельзя поговорить. Здесь у нас кто будет? А, вот капитан Андерсон. Здесь, по-моему, будет это сидеть. Азари, наша любимая. Смотрю на эту рожу, если бы она была белой, можно было бы петь, вас сюда прислали воевать бойцы. Так, ну здесь, по-моему, ничего особого нету. Ну, у меня пока место есть. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Да, покажите. Let's see what you've got. You bet, Commander. Говно у тебя продается. Извини, чувак. Здесь Тали, по-моему, будет бегать. Shame about Jenkins, Commander. Не, нормальная морда. Нормально. Только... Вот эта часть, она какая-то слишком вытянутая, над бровями которая. Просто, знаете, я всегда любил лепить модельки в редакторах. С этой стороны это вообще, это, главный герой Мунлайта. Кстати, кто-нибудь посмотрел? Лучший фильм по версии Оскара. Киноакадемии Оскар. Или премии Оскар, господи. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Я помню, тут, по-моему, что-то как-то... Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. А, это уже, да. Меня же к Джокеру и просили подойти. На что уходят деньги налогоплательщиков? А Цитадель это... Вообще, это во все циклы существовавший портал для... этих... для жнецов. И это вообще, можно сказать, это мозг жнецов. Вообще интересно, если бы Цитадель разрушили вообще полностью, то, может быть, у жнецов бы и пропал мозг. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Такое ощущение, что я смотрю первого Гарри Поттера. Вау, Цитадель! Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower, Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower, please proceed to Dock 422.
Блин, диалоги сверху еще, господи. Ну и все, мы отсюда не вылезаем. Все, весь оставшийся день. This is an outrage. The council would step in if the Geth attacked a Turian colony. The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action. You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Ну хоть в чём-то я её могу поддержать. Sure is peaceful here. Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Здесь вообще нормально так это. Господи, я вот этих так... Я вот этих так обожаю. Им трудно изображать эмоции, поэтому они все время их учат. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Если их не будет в Андромеде, это будет трагедия для меня немножечко. Our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space. А их обнаружили Азария. Людей, по-моему, обнаружили турианцы. We discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through sight and slight movements. Запах и... Plainly, да. We discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. А вот эти твари, они работают на жнецов. Big place.
Блин, почему Шепард здесь бегает, как укушенный? Так, здесь уже была карта, да? Sure is peaceful here. Пойдемте вниз. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Здесь, кстати, с кем-то можно было поболтать и... Или это во второй части? Нет, по-моему, в первой. Welcome to the Presidium. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What's your name? What do you do here? My name is Sephiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get well, busy. Ладно. До свидания, короче. Да, I should go. Welcome to the Presidium. Allow... Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this. Дурацкие вопросы позадаем. So are you a person or I am a fully intelligent. I may also be contacted through any of the Presidium. Give me the tour. You, on the far end of this level, you can see the Citadel Tower. Ладно. Goodbye. Goodbye and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Так, я не помню, куда мне немножечко надо. Офис. Волкоров и Волос, как нет. Удина, посольский зал. Почему меня туда не пустили? Или стоп, меня ли... Или меня... А, это я там. Я не там выше. Вот сюда, да. О, немножечко, слушайте, возвращается. Товарищ Тошнота. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Human, delighted welcome. It is good to meet you. Радостное приветствие. Мне нравится эта раса, она такая клевая. Это Насана, диплом. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Почему все? Командир, как капитан. Sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as that is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and. Почему похож на Рона Уизли? Немного. Но посмотрите, это же Рон Уизли. Не покидает ощущение, что я играю в космическую Поттериану. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? What's going on around here? Well, you found the embassy. Across the bridge, you'll find the bank. If you need supplies, you can try the markets. La-da-da, for entertainment, I try... So long, Commander. Have a pleasant day. Зачем нам выход на террасу? Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? I came on my own. I need information. You humans are always so curious, always sticking your fingers into someone else's pie. Is that the right expression? Never mind, forget I asked. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it.
Не к нам особо... Нет к нам особого отношения. Да. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. I'll be going now. Goodbye, Commander. Опыт. И всем пофигу, что я там это, на заднем фоне у него компьютер взламывал. Какая жуть этот ваш первый Mass Effect? Серьезно. Бег, как я не знаю, такой легкой трусцой. Да блин, он должен уже бегать как ошарашенный, спасать галактику. Нет, мы будем медленно бегать. Медленно. Ну мы еще набегаемся здесь по эту, там в банк надо будет, по-моему, к спутнице зайти. Так что, сперва слетаем по мейн-квесту. Гару, здравствуй. Commander Shepard, Garrus Vakarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Come across anything I should know about? Saren's a Spectre. Most of his activities are classified. I couldn't find anything solid. But I know he's up to something. Like you humans say, I feel it in my gut. I think the Council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. You don't want to keep the Council waiting. No. Блин, а когда он присоединится-то к нам? Потому что мы такие все расхорошие. И Гарус это один из, я считаю, из основных спутников вообще. Во всех частях есть, во-первых, во-вторых, он просто очень крут. I bet all these staircases aren't just for show. They make for good defensive positions if this place is ever attacked. Блин, я всегда ненавидел это место, на самом деле. А! Не надо нам этого счастья. А вон и капитан Андерсон. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihlus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihlus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. Да, там была крупная подстава, насколько я помню. Он там помешал как-то... The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihlus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard.
You're not ready to join the council. Ой, да, 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 да. Join the Spectres. He has no right to say that. That's not his decision. Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. You can't hide behind the Council forever. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred. Здесь и правда мало доказательств на самом деле. Слабые доказательства те. Саран, потому что был действительно хорошим спектром, насколько я помню. До того, как его мозг затуманили, и он там начал творить всякую ахинею, особенно с Андерсоном. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Блин, мне Андерсон всегда кого-то очень сильно напоминает. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Серый посредник, Shadow Broker? I've heard Barla Vaughn. Переводчики вообще упороты. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. You and Saren have a history. What happened? About 20 years. Дайте освежить. I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way, innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience, no hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars, it causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. Shadow Broker, как... But only if there's no other way. Ну, серый, не средний серый, у тебя за автозамен, наверное, сработал. He likes the violence, the killing. Ну, в принципе, да, нормально по какому-то смыслу, но... Счет как-то... Не то все равно. I should go. Good luck, I should go, да. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. So, this is where the council passes judgment on all its little folk, huh? А, лол. Они здесь стояли и болтали. Я еще в упор не помню, а что здесь может быть полезного.
замена мозга случится. Ну, бывает, я тоже так это. Изучал, а этот может самоуничтожиться. Why are you so interested in the keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. А это вполне незаконно. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. Сейчас, короче, там можно будет их сканить. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. Так, у меня реально появляется плохое чувство. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Волосы, господи, волосы, вы представляете, волосы в совете. Же упоротость. А, стоп. Господи, это еще не лифт. Мне нравится, как здесь персонажи телепортируются в лифт. Это просто 10 из 10. I can't believe the council ignored all the evidence against Saren. Saren's one of their best operatives. Да не, нормально. Я нормально отношусь к волосам. Господи, вебка и там плоха, господи. Две секунды. Сейчас у меня отзеркалит немножечко, но... А, нет. И поменьше. Что это? А, захват окна. Блин, господи, зачем ты вообще существуешь до сих пор? Убейся. Так, ничего нигде не просвечивает. Ага. Даже можно уменьшить. Ага, все нормально. Вот. А то вообще непонятно, куда совать вебку, потому что сверху там диалоги, там диалоги. И вебка какая-то большая получилась. Не очень хорошо. А то, что вот скиллы вот будут перекрываться, ну, я думаю, это не особо важно. Ну, скиллы саппортиц. Конечно, я могу с рамкой постримить. Просто не стоит
Please do not disturb the keepers. Поздно. О, это же мелкий ретранслятор, на котором мы портнемся в конце. Please do not disturb the keepers. А, вон этот, Гарус. Просто Дели. В жилом сектора. Уильямс. А. А, это офицер СБЦ. Нингарус. Refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? Are there laws being broken here? I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the Jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. Понятно. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. А я не помню, что у них там с верой вообще. Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. Ну, все, в принципе, справедливо, я считаю. If you'd like, I could talk to the Hanar for you. I have argued with the stubborn Jelly all afternoon. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Are you allowed to preach here in the Presidium? The words this unworthy one speaks are merely observations of the truth. Oh. The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the Enkindlers. If that's all the CSEC officer wants, why not just buy the permit? The truth of the Enkindlers is universal. This one humbly believes that the truth should not be suppressed. Exacting payment as a means of imposing limits upon the truth is an abrogation of this one's religious freedom. Какую нахер истину и лишает этого религиозной свободы? So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the Enkindlers, and thus no permit should be necessary. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can. This one would be most grateful. То есть нормально. Please let this one know if success. Any progress with that Hanar? Sorry, I'll let you know if I come up with something. I don't care what the something is, as long as it rids me. Has the CSEC officer been assuaged? Ну короче. Is this how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass relays. Ретранслятор жнецы подарили. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. Блин, мне еще недостаточно. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase. Вот оно в чем дело, вот. 150 credits? This should cover you. This is a most appreciated action. You are not of the Hanar, but you wish to help spread the truth. Нет, я не хочу, но просто ты парень в беде. This one will not cause any. Точнее, офицер СБЦ из-за тебя в беде. This one offers its thanks.
I see the Hanar is left. Thank you. Happy to help. Here, for your assistance in this matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Он Селин дал. Что за люди такие, башни цитадели, жилые сектора, Авина, Панк, поговорите с Варлоной, Авина, покой спутницы, Эмпориум. А, журнал же здесь был. Арна с гетами. Ну, такое. Так. Куда мы идем вообще? А, где здесь у нас... Да, вон он. Почему-то оно не у такси. Ну, давайте в жилые сектора, в логово Корда. А почему фашист? Да, я ненавижу... Фашизм это когда я ненавижу фашизм и негров? Нижним рынком. А, блин, мне все равно покупать не за что пока что. А у второго? И ж, по-моему, что-то должно там лежать, нет? Иногда бывает, что на трупиках что-то лежит. Да, давайте посмотрим снарягу. Бла-бла-бла. Это сразу... Т1 можно сразу, чтобы потом полчаса этим не заниматься, превращать в унигель. Потому что это реально ненужная вещь. Что там происходит вообще? Ощущение тепла. Нет, точность пока побольше мне зайдет. Снайперская винта. Этот ураган дам потом кому-нибудь. Граната. А я что-то не помню этого штуки. Ничего, бонус перезарядки. У меня лучше. Да, эта броня точно лучше. Плюс 40 щитов, сильная ткань, бла-бла-бла. Вот так. Броня круга, средняя броня человек. Эшли может ходить в средней человеческой броне. Лучше мне батарейку для щитов дадим. И пойдем дальше пока что. Пистолет тоже надо переработать. О. Азари танцовщица. О, Харкин. Где там Харкин был? Дженна. Стул. А-а-а! Этот красный свет. То есть, смотрите, вот так я, ой-ой, вот так я сижу расслабленный, то есть вот. Главное, атрибут расслабленности. Когда я немножечко приподнимаюсь, это я уже подался вперед. Вообще, просто 10 из 10.
Пока, пока. I got business here, but not with you. Go away. Not now. Watching the shot. Back off, Rex. Fist told us to take you down if you showed up. What are you waiting for? I'm standing right here. This is Fist's only chance. If he's smart, he'll take it. He's not coming out. Rex в первой части он какой-то вообще другой. Немножечко тупой. Если честно. Слишком кроганско. Ну, как упрямый баран, только упрямый кроган. Так, где здесь Харкин? А, вон. Вон же. Здрасте. Alliance Military. I could have been a Marine, you know. Instead, I joined the goddamn Citadel Security. Biggest mistake of my life. Harkin, right? I was told you could help me find someone. A Turian CSEC officer named Garrus. Garrus? You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard still trying to bring Saren down, eh? I know where Garrus is. You gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? Is there something I should know about the captain? The captain used to be a Spectre. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor. Но это, по-моему, испытание было, а не... Он не был, по-моему, Спектром. So bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. But it's a good story, though. The heroes fall. Classic tragedy. Just tell me where Garrus went. Garrus was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there. What do you know about Garrus? Damn hothead is what he is. Still figures he can save the world. Always bucking heads with the Executor. He'll pay for it soon enough. The Executor loves to put us lowly field agents in our place. Just look what happened to me. You need to look in a mirror. Sober up and take some responsibility for yourself. Save your sermons. This ain't no church. I'm out of here. Yeah, good. Go. Да, я не буду с этим связываться. Ну ладно, господи. Ну, спектры по мере накопления очков героя. Ну ладно. А что с броня делает? Прочность и получаем урон, да? Хорошая штука. The back rooms are private, reserved for Fist and his friends. Who's Fist? He owns this club, but the customers have to stay out front. What did that other Krogan want? Rex? Personal matter. Not real chatty, is he? Goodbye. Oh, goodbye. Не... I should go. A goodbye. Люди, ну короче, на этом сегодня пока все, потому что вот надо заканчивать. Увидимся, наверное. Ну, не наверное, увидимся часов 8-9. Обязательно увидимся. Так что не переключайтесь. Точнее, переключайтесь там. Короче, 3 часа. Ну, большой перерыв на 3-4 часа. Вечером стрим будет на 3-4 часа, если мне не станет в очередной раз очень-очень плохо, серьезно. Сейчас меня немножечко мутит, но, в принципе, я мог бы стримить, но и сейчас и родители начнут приходить, и все-все-все. Просто нападет, и лекарства там надо будет купить, и так далее, и так далее, и так далее.
Короче, вот как-то так. Ладно, Фо, спасибо за то, что подсказал, как это в фуллскрине нормально захватить. Во, спасибо, кто смотрел. Увидимся вечером, как я уже сказал. Всем пока.